Рад видеть всех на своем канале. Сегодня получил посылку с AliExpress. Заказывал я тут небольшой штатив. Штатив для телефона, для фотоаппарата и для небольшой камеры. Вот она, посылка пришла. Сейчас мы посмотрим, что штатив из себя представляет. Сейчас я ее вскрою. Шла она где-то месяц, шла с Китая до меня. Сегодня пришла. Вот такая вот оберточка в пупырку. Ага. Помятый какой-то весь. Вся коробка помята. Но ничего, будем надеяться, что там все цело. Может, им футбол играли, не знаю, сейчас посмотрим. Открываем. Так, вижу чехольчик, уже приятно. Сейчас. Так, коробочку пока отдельно. Так, она нам не нужна. Будем смотреть содержимое. Так удобно носить. Взял да пошел. Дальше смотрим. Сам штатив будем сейчас вытаскивать и смотреть. Он где-то должен быть чуть больше метра, если его разложить во всю длину. Так, чехольчик отличный. В сторонку его. Так, вот он наш сам штатив. Достаем штатив из целлофановой упаковки. Мы его сейчас попробуем полностью разобрать его, посмотреть его общую длину и как им можно пользоваться. Вот здесь у нас фиксаторы, которые фиксируют раздвижные ножки. Их можно установить на любую длину. Так, вот у нас, я вижу, вот он винтик центральный. Откручиваем, и выдвигается вверх штатив у нас. Сам он сделан, вот эта вот часть вся черная, из пластмассы. Трубочки похожи на алюминиевые. Так, вот она сама площадка. Сама площадка, вот она у нас, может вверх-вниз вот так вот двигаться. Вот этим рычажком фиксируется. Также площадка может, вот мы откручиваем винтик, становится вертикально. На этой площадке мы видим установлен уровень. Так, и здесь также вот еще один винтик откручиваем. Она у нас вращается на 360 градусов. Сейчас я хочу полностью его собрать, чтобы вы посмотрели полностью его длину и имели общее представление. Вот я полностью установил штатив. Сейчас мы померим его общую длину. Я взял рулетку. Общая длина где-то у нас будет, если так посмотреть, где-то 1,2–1,3 метра. Сама эта конструкция, конечно, хлипковата для больших видеокамер, но для телефона, смартфона вполне приемлемая. Также можно на него устанавливать фотоаппараты для фото- и видеосъемки и небольшие видеокамеры. Вот у нас фиксатор, мы его чуть откручиваем, можем делать наклон вверх-вниз. Вот. Также мы можем, вот у нас тоже рычажок, отпускаем, можем установить смартфон
вертикальном положении. Ну и последнее, что может этот штатив, вот откручиваем фиксатор, может он вращаться у нас на 360 градусов. Вот это вот крепление смартфона, оно в комплекте не идет. Его надо отдельно заказывать, оно недорогое, где-то чуть больше 50 рублей. В принципе, его такое, что вот вытянули и зажали смартфон. Сейчас я хочу показать, как будет смотреться фотоаппарат на данном штативе. Кому интересно, устройство для крепления смартфона, вот так вот мы раздвигаем и сюда вставляем любой телефон. Телефон можно вставлять, вот у меня телефон 5,5 дюйма, спокойно входит. Даже и 6, по-моему, войдет. Есть еще на AliExpress другие укрепления. Их можно не только так вот фиксировать на штативе, но и так. Вот здесь вот есть отверстия, но они чуть-чуть другого плана. Но принцип такой же. Вот на штативе я установил фотоаппарат Canon. Он довольно-таки тяжеленький и увесистый. И нормально все вот стоит на этом штативе. Можно прекрасно снимать фото и видео. Так что вот этот вот штативчик для домашних съемок самое то. Также я еще раз повторю, на него можно устанавливать небольшую видеокамеру. Вот такой недорогой штативчик я себе приобрел. Ссылочка на товар будет в описании. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, всем до встречи. Все, пока.